Все, как-то я не шизик, я просто тебе объясняю, что развитие интеллекта, который вот очкастый, они такие за чужой счет там такие вот, да. Я тебе не про интеллект говорю, да, который поверхностный, всего лишь часть мышления, наверное, да. Но довольно важная часть все-таки кора головного мозга, которая, то есть, что такое ум? Это ты туда набрал что-то и потом думаешь, что это твое. И ты такой умный ходишь такой. Я могу произвести впечатление. Я могу сказать Ференс Лист. Я знаю, кто такой Ференс. Ты когда 3 года, когда тебе было 2 года, ты даже смотреть не мог. У тебя даже руки не могли двигаться правильно, нормально как-то. Понимаешь, что я мастеру. То есть как бы это смешно, даже чем ты гордишься-то, наоборот. Ну, то есть, да. То есть это вопрос не то, что гордости, да, понимаю. А как, ну, да. Просто, ну, твои знания, как ты их получил. А ты их просто где-то взял у кого-то и получил, как бы ты сказать, да, понимаю, да. Как твой инструмент. Ну, ты о чем вообще говоришь, блин? Я просто тебе объясняю. Отвали уже со своей херни ваша! Своих хиней! Да, надоело, блин, да. Еще раз я тебе объясняю, что да. Вот приди сейчас вот прямо к врачу какому-нибудь, хорош, к любому, в принципе. И вот расскажи то, что ты сейчас вот хочешь, да, понимаешь, да. Да, просто же, да. Меня не касается, это я просто. Вот. Ну да, ну нет, да. То есть, смотри, вот и дальше, то есть как-то, скорее всего, ну а как, хорошо, люди будут жить и будут все такие же. Да не все такие же, твоих потомков там не будет, уже будет чище, легче дышать уже будет, значит, да. Понимаю, судя по всему, да, понимаю. Да, ну я так уже, к примеру, так сказать. И твоих знаний и дел там тоже не останется. Вот за счет женщины я тебе не могу сказать. Женские дела, они такие, да, и они вообще не предусмотрены природой. Меня это не пугает даже. Твоей, возможно, тоже даже. Ты же женской природы, да. Ты человек природы человеческой, но как бы женщина в женском теле. Ой, какая беда, огорчение. Че, как будешь жить? Не знаю, как-то средненько буду жить, я, ладно, ну ладно, живи средненько. Меня это не касается. Ну как бы, ну, не до человека получается, да, не до ума. Ни то, ни сё, как бы, да. Тогда мужские гормоны быстрее и ей моржа, чтобы наверстать как-то хоть упущенное. Куда-нибудь вместо грудей здесь все равно не пригодятся уже, наверное. Или конские, я не знаю, какие там моржа, конские, какие. Ну, что-нибудь покрупнее, нет, наоборот, я знаю. Ну так это, понимаете. Проехали, забудь. Что она понимает? Я просто тебе объясняю, ну чтобы тебе хорошо жить, чтобы тебе помогало твои, то есть, ну уже чужие тогда гормоны, ну то есть, ну, какие, ну понимаешь, мужские, что-то мужское делать, помогало тебе думать, развиваться, но ты все равно время упущено там, 20 лет вперед, там, да, меня не касается, да. Я тебе объясняю, что, да, можно проще намного, да. Понимаешь, если бы они понимали, что они женщины, если бы они это чувствовали, то они бы не захотели жить ничего, ну, ничего мужское бы, как тебе сказать, в себе брать и притворяться мужчиной. В себя брать мужское бы не захотела я, да, понимаю. Ладно, я касаюсь. Ну вот это и думал. Нет, это вопрос просто как бы, ну, для меня это вопрос серьезный, для меня это вопрос. Для меня это вопрос, можно жить или нельзя, можно жить и работать, или вот я сейчас тоже я занимаюсь сейчас, оно имеет смысл, или надо Мараткой Губаевой быть, или куда-нибудь, да, или в Аль-Каиду сразу, или в фильм Лекс мясорубку, блядь, нырнуть толпой там, как бы, как-то, да, понимаю. Да. О, слава богу, да, что-нибудь там, типа, Аль-Каида, понимаешь, антилюди, нежить. Как бы, да, кровавые уроды. Долгий разговор, короче. Да, религия это такой порог, который я тебе говорю, это Мордор. То есть, да. То есть он неисправим. Но сегодня будут, потом другие еще появятся, это не важно. То есть, как бы, да, понимаешь. Да, он это себе так думает, потому что. Ну так, ну давай тогда. Вот приди так и скажи. Тебе, ну тебе в лучшем случае скажу, что ты просто верующий человек, через чуть-чуть или конь. Да, понимаешь, ты должен, да, то есть как бы. То есть это вопрос, ну да. Если бы оно было, то оно, да. Про это никто не знает. Ну, можешь как угодно думать. Я тебе еще раз говорю, я тебе намного проще все объясняю. Ну просто по-своему. То есть, религия она есть, но мы просто это не знаем, нам не наложено это. Да, все, да. То есть как бы нет этого всего по-настоящему. Да, понимаю,
Ну хорошо, давай твою вот такую. Она есть, но что? Но ты не знаешь, как надо жизнь свою жить, правильно? Туда придешь, тебе там то же самое скажут. Вы все плохо живете, поэтому. А им насрать, как же они, да, понимают. Они просто уже или болеют, или там уже там. Они уже жили плохо, поэтому с ними вообще не о чем говорить. Заткнись, мразь, я тебе еще раз говорю, да. Это не важно, ты можешь оставить в своей стороне свое верование, оно здесь не касается. Давай теперь к реальности вернемся, да? Да. То есть оно, в принципе, не мешает. Это как у шизофреников. Вот есть реальность и есть твоя шизофрения. Вот есть твое верование и есть реальность. То же самое. Вот я тебе объясняю теперь. Теперь вот так, ну, мы можем чуть-чуть как бы прикинуть, прогнозировать. Мы можем чуть-чуть окинуть взором и узнать свою историю. И да. Какие опыты, как бы, человечество, сколько это жило, сколько это зафиг. Да. И да, но он это имеет. Да. А, ну это как бы козырные ваши фишки, что Земля круглая ваша там и так далее, да. И что все книги, все это они появились из воздуха, потому что чтобы обмануть. Да. Ну, хотя бы одну сфотографирую, как она из воздуха появилась. Как бы, да, то есть, когда или книги, или что там ты имел в виду, да. Она понимает. Короче, это шизофрения. Ты мне сейчас про шизофреников будешь рассказывать. А я тебе, ну хорошо, ладно, мы не можем опираться на прошлое, потому что это все выдумка. Правильно. Да, то есть как бы земля плоская, и мы живем давно, да, например. То есть как бы это все не в этой реальности находится, как будто как, да, в отдельной, в шестой палате. Да. Нет, давай просто как-то ближе уже к реальности. Вот давай даже, допустим, мы на эти знания не опираемся. То есть люди вот живут, да, то есть какие люди выживают, да, то есть какие, да. Что хорошего во всех делах? То есть все дела и там какие-то, да, то есть как бы, какие дела стоят и идут вперед, правильно? Какие стоят и делаются еще лучше и сильнее, и в них есть какое-то зерно выживания, правильно говоришь, да. То есть обогретые душой женщин, да, то есть мам, которые, им деваться некуда, они нарожались, и все, да. Сидят там, все чувствуют, ничего не понимают. Да, просто тебе объясняю, что да. Какие-то, ну вот это он имеет в виду. Ну надо, да, нет. Он о себе так думает. Я тебе еще раз объясняю, в религии не может быть дел. Религия это не дело, и все дела, которые религии, все они лживые. От корня идут, как бы, не знаю, делай вывод сам. Они все злые, очень злые, то есть, да. Никто не знает, что ли, про это? Ой, да господи, да, понимает. Да. Страх, который посеял, да, ложь, которую посеяли, да. Ну, можно по-разному говорить. Короче, да, они эту жизнь ненавидят, понимаешь? Эти люди ненавидят эту жизнь. В себе они, конечно, любят. Да, понимают. А, наоборот, да. Нет, они как таковую жизнь они ненавидят, понимаешь, да. Но, да. Наоборот, я понял. Ну, вот это и есть он самый, наоборот, да. Ну, он о себе так думает, потому что это есть он, да. Вот это и думает, да. Нет, это да. Они потому что им проще эту жизнь. Да, мне надоело уже. Ты просто. Да, короче, отвали. Ну, я с тобой еще раз говорить буду, да. Вот смотри, дела имеют смысл или нет? Я про религию и религиозное, что там, Коран размножать, что ты еще будешь? Религиоз ходить, псалматы читать свою ахинею, блин, да, понимаешь. Нет, петь религиозную музыку это пение. Это культура просто. Ну, просто культура, история, традиция. Это шоу-бизнес когда-то, ну, это долгий разговор, ну, и чё, и... Она понимает, ты чё, она понимает, я просто... Ну, чё ты мне хочешь сказать-то? Это долгий мужской разговор просто. Отвали, короче, да. Да, вот я имею в виду священнослужителей, и вот эту всю херню, да, понимаю, эту ахинею. Да, то есть, как бы, это не дело, то есть, этим заниматься нельзя, понимаешь? На это свою жизнь единственную расходовать нельзя, это просто, да, понимаю. То есть это против всех. Ну не против себя, конечно, как-то-ка! Зато за тебя, да, понимаю. Ну вот это она имеет в виду. Да. Но меня это не волнует, понимаешь, да? То есть это, да, это, нет, это против себя в первую очередь, да. Такого не волнует, потому что, да. Давай не будем, короче. Я еще раз я тебе говорю.
Еще раз я тебе про дела говорю, да, то есть вот людские дела, строительство, изобретение чего-то, какие изобретения приживаются, какие нет, какие изобретения как бы используются, какие не используются, для чего используются, где находятся миллионы долларов денег там, да, а где не находится ничего вообще, да, что в забвении, что в позоре, да, там, что в нормальности, то есть как бы, что пойдет в будущее, понимаешь, чего, да, 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 и ради чего, вот все эти дела, вот мы что-то делаем, строим, какие-то, какой Марс, зачем, кого это вдохновляет, что ли, кому это интересно, зачем это надо? Ну, что-то это есть в этом какой-то, да. Ну, просто, что я, блин, сейчас вот пришел, там, да, типа того. Это, да, понимаешь. Ну, мужская амбиция, вот взять и достигнуть, типа того. Что-то, почему, почему да? Ну, да, да, понимаешь. Да, потому что ты просто так этого не сделаешь, ну, ну давай, просто, да, понимаешь. Потому что надо жизнь прожить такую, да, правильно понимаешь. Да, потому что надо монолитом быть, надо монолитизировать, да, как лазерный какой-то, ну, да пошел нахер, да, понимаю. Ну, просто, ну, просто как, да, да, просто вот как, типа, ну, он, да, 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 ставишься, да, да, да. Короче, эти дела имеют смысл, даже пение песен, как, да, какой-то там, или игра на инструментах музыкальных, театральные какие-то вещи там, да, 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 имеют смысл очень конкретный. Почему там деньги? Да, 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 да. Там, ну, почему человечество терпит этих, да, понимаю, да, да. Ну, я к примеру тебе говорю просто. Почему там, да, то есть, что-то они получают, это давай не будем. То есть, это около науки, потребностей общества, и люди устают от жизни просто. Потому люди, да, то есть, ну, популяция немножко больная, чем они будут сдавать. Долгий разговор, тоже это надо, там своя тема, короче. Все, да, это, да, разбирайся, короче, да, сам, да. Ну, то есть, и куда это все идет-то, к чему? Да, не, она поняла, ну, да, да, да. К тому, что она поняла тебя, да, 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 вот это он имеет в виду. Мне это достало, то есть, жить можно, понимаешь? То есть, надо своей профессии знать, да, 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 поняла тебя, наоборот, да, да, наоборот, да, наоборот, просто, да. Вот это он имеет в виду. Да наоборот, да наоборот, да наоборот, да наоборот, просто, да, тебе и думают это, да. Чё ты, ну, ну и чё ты хочешь сказать, да, он про себя так думает, а, ну ладно, думайся. Я просто тебе объясняю, что вот, когда тебя отчаяние настигнет или что-то такое, да, там, типа того, или там начнёшь, да, ты начнёшь что-нибудь, ну, бухать или что там делать, чего там делать, это, просто отдыхать, уходить в быт, и тебя начнут либо с работы выгонять, либо там, да, что-нибудь. И тогда какие-нибудь вопросы, проблемы там по жизни, то есть, и, потому что тебе уже ничего не надо, ты уже дохлый внутри, типа, тухлый, да. И ты начнешь активно за политика, будешь ходить ворчать, будешь женоподобным и изнутри, и снаружи, понимаешь, как бы. Да, ну, я про дела тебе говорю, про свои, да про все любые, про дебюткили, да, там, к примеру. Это не обезон, я просто тебе объясняю, что да, 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 я просто тебе объясняю, что как бы всему этому есть исход, надо просто знать, да, надо, ну, в принципе, ну, ты понятно, что сам же докопаешься, докопался, я просто имею в виду, что будет какое-то завтра у людей, и люди, и все эти дела, которые мы делаем, они все ведут нас к чему, ну, как, ну, да, 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 к эволюционному развитию, скажем так, да. То есть, да, 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 то есть, как бы неведомым образом, да, ну, люди как бы разовьются не просто технологично, как бы, как свинья, она не будет тебе все время желуди, желуди и там и так далее. Она начнет, ну, свиньи, может, и начнет, как бы, что, эволюционировать, ну, или отомрет. Ну, не совсем, что-то останется. Остались же курицы, там, да, динозавров, вороны, там, еще кто-то, например. Ну, это там страшно, но у них не хватило мозгов спрятаться и что-то, там, не знаю, это же не успели или не для них был мир предназначен, не суть разговора, понимаешь. Да, кстати, возможно и такой исход, да, да. Ну, то есть, как бы, все равно по любасу жить можно, понимаешь, да. То есть, да, да, да. И, да, 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 понимаешь, да, да, он это имеет, да, ну, да, это имеет. Я тебе еще раз говорю, ты смотри, ты сейчас про что говоришь? Смотри, сейчас надо, например, ну, когда, он про себя так говорит, да, да. А ты будешь на качать, новую религию будешь собирать, что ли? Ты забыл, что это просто вранье, как бы, понимаешь, да. Ну, да, да, что это, да, да, да. Он про себя так, ну вот это он имел в виду, да, ну это просто ваши там ахинеи там, да. То есть это не так, просто, давай не будем про это говорить, просто твоя фантазия в лучшем случае выглядит. Да, потому что, скорее всего, будут люди, эти же люди, просто мы куда-то мутируем, эволюционируем во что-то, и, скорее всего, больше головы будем. Меньше будем обезьяновидные такие, а, или такие, меньше такие будем, да. Я имею в виду, что поскольку тебе мускулатура будет меньше нужна, просто по объективным причинам, и она сейчас нам меньше нужна, да,
А наоборот, тебе больше надо будет, чтобы тяжести поднимать. А что, у тебя приспособ-то нету? Тебе ломика недостаточно для тебя, что ли? Одежды нет или что? Ну, в смысле, да, что, волосы, может, обратно тогда волосы растить начнем, как у макаки? Поняла уже. То есть, да. Те, кто с мускулами, они нехорошо кончают обычно, да, то есть, как бы, потому что тело — это женская или мужская тема, развивать свое тело. Ну, как бы, как скажем, люповать нас, или как скажем, быть красивой. Понимает. По сути, это мужская тема. Нормальный мужик, он некрасивый, но он себе добудет жену, да, нормально. Ну, именно делами своей доблестью, да, понимаю. Ну, да, то есть, как бы, нормально, ну, ты сможешь все равно покрыть, ну, потому что женщины, они не мужчины, понимаешь? Да. То есть, понимает он тебя просто. Надо только что делать? Где ты будешь сидеть над собой работать? Как ты будешь, что, на книгах будешь обрабатывать, что ли? Ну, да. В процессе прямо полета ты будешь работать над техникой полета, как бы, и добывание там рыбы, воды, там, что там, чем альбатросы или кто там. То есть, ну, а как, значит, наоборот, это. Ну, тренируйся, меня это не касается, короче, это все равно одно и то же, все равно одно и то же, да. Только ты рискуешь, ты можешь тренироваться отдельно, только ты будешь, только это, да, я понимаю. Ты понял меня, да, по идее, так, да. Ну, это не суть разговора, я просто... Да пошел нахер уже, достало меня это. Да. Еще раз, то есть дальше люди будут развиваться. Телепатию в не в технологии. Ну, в технологии в том числе, но технологии, они все разрушабельные и разрушимые, да, то есть, понимает он тебя. То есть, да. Ну, и что, если ты, как бы, если у тебя тела нет, то все, жизни нету, жизнь — это тело и есть, жизнь равно тело, понимаешь? Да, то есть, да. Мама, потому что, да, все. То есть, да, понимает он тебя просто. Ну и никто не знает, что ли, кроме меня, это, да. Ну жди тогда, когда ты там, да. Они после этого еще что-то спрашивают. Стадо недоумков, блядь. 2000 людей только отсюда, вот, 2000 человек только выживут. Вот сейчас, если такое сделать, да, то есть, как бы, да. Срез знаний. Меня не касается, я просто тебе объясняю, что да. Что все дела мы поднимаем, это размножаем и разлетимся на разные планеты и вочеловечим наше технологическое отношение к природе, потому что, ну, иначе, ну, это нормальность, как бы, да, просто. Да, мы, на самом деле, мы как бы лишнего не хотим, мы не хотим лишнего что-то обижать, как бы лишнего брать, как бы, да. Ну, это имел в виду, да. Ну, да, то есть экологичность, да. Ну, на этом нет, ты меня ни за кого ты держишь, да, просто, да. Я тебе, то есть, как бы, да, то есть технологии будут улучшаться, но не так, как думали в начале 20 века, и даже не так, как думают сегодня, и даже не так, да, понимаю, да. Ну, да. Ну, наверное, да. Кибертек, да, он присядок, да. Это, ну, наверное, но да. Ну, и что, и дальше что? Что? Ну, ты научишься лучше сохранять, больше инвалидов и имбецилов будет выживать, но они все равно будут себя убивать. Интернет. Долгий разговор просто, да. Просто, да. То есть все равно фильтруется, да. То есть все равно, да, понимаю тебя. То есть ты за себя решай. Ты так что, да, понимаю. То есть по-любому, то есть жить можно, понимаешь, да. То есть жить и творить, и делать дело, которым ты занимаешься, любое дело причем. Да. Ну, эти поймешь, короче, любое дело. Ты уже понимаешь меня просто, да. Это да. Целеви, что-то, конечно. Ну, вот это есть он самый, да. Вот это он имел в виду как раз. Ну, наоборот, освободил его просто уже. А, ну это мы тогда будет уже. А просто я объясню, да, понимаю, да. Я тебе еще раз очень простую вещь скажу, что ты не женщина, понимаешь?
до тебя не доходит даже это, да? Он понимает, он тебя просто, да. Он о себе так думает, да. Сейчас я просто тебе объясняю, что вот в политике нету смысла вообще, там тоже нету смысла, вот в этих трех штуках вообще нету смысла, да, понимаешь, даже можно не искать, там вообще не пройти, понимаешь, я когда-то, да, будешь искать, я тебе говорю просто сразу, я пришел туда, там не пройти, там просто вообще, да, там не предназначено, чтобы, да, там просто, ну как бы, типа политика, что ли, как скажешь, там некуда идти. Смотри, хорошо, ты такой верующий, вот мы взлетим после смерти. То есть, как бы, хорошо, все там будем, допустим. И дальше что? И, а сейчас ты что, как живешь? А как жить сейчас? Сейчас надо жить правильно, хорошо, красиво. Это что значит? Надо обязательно свечки ставить! И просто надо... Знаете, все... Если это отфильтровать и послушать старцев, они тебе скажут, ну, свечки надо, но надо что делать? Надо правильно жить, мужу давать, рожать надо, да, детей не будем охранять, что-то типа того. Мужику работать надо, слушать старших, там и так далее. Почему служить? Ну что, баба тебе что? Нет, голову свою надо иметь, но старших слушать, потому что они умеют. Да, то есть, как бы, ну, я понял уже, да. Одно другое не отрицает. Мне просто интересно, на каких основаниях, как любой панк 90-х, 20 века, мне интересно, нахера их буду слушать, если они все позапрошлые. Понимаешь? И, ты правильно понял? Если бы в 13 лет пет, не было бы вообще никаких ни панков, ни этого всех, да, понимаю. Да, то есть эта вся энергия пошла бы на... Пошла бы, знаешь, куда она, да. Понимаешь? Нет, ну он про себя так думает, да. Ну, это ты... Ну, давай не будем долго разговаривать. Да. Да, ну это он о себе так думает, да, я на долго, да, не, я про тебя не говорю, ты такой же уе, как все остальные, то есть, как бы, то есть, ты себя не мни никем, иди выйди на улицу, заработай что-нибудь, понимаешь, вот выйди на улицу и заработай, ты такой 13-летний, блин, подросток, да, понимаешь, он тебя понял уже, ну или куда, да, ну я к примеру тебе говорю, ну не так образно, пирожки попродавай, еще что-нибудь, да. Я просто так от балды тебе говорю. Ну, или открой газету, устройся на... Да, понимаешь? Да, не будешь ты работать, понимаешь? Надо, а теперь понимаешь, ты 13 лет вышел на работу, там не... То есть, как бы, да. Там не нужны, там, такие... Да, да. Нет, они нужны, просто как кофеновки, как ремесленники, да. То есть, как бы, да. То есть, как бы, вот смотри, у меня где-то лет 13-14, у меня были свои представления об этом мире, и, как бы, ну, да, и, ну, то есть, как бы, я бы, ну, понимаю, ну, да, давай не я бы, как бы, а просто, да, уже, да, то есть, как, ну, я так, ну, хорошо, ну, вот когда половое созревание, вот, ну, все, да, понимаю, когда ты уже, 13 лет ты только чуть-чуть влюбился еще, да, то есть, так, ну, такой, да, ну, я не помню, когда там сперматозоиды появляются, вот, как бы. Вроде как-то так, или может так сразу, да, 14 или что там, какой возраст, я не помню. Да, не суть разговора, да. Не, влюбился я первый раз, это давно было, очень давно, да, много раньше. Если ты про это спрашиваешь меня, да. И второй раз, и третий раз, да. Так не получится, это дело подсудное, если ты так. Надо как-то по-другому достигать, как бы. В мезозое это нормально еще катило, но понимает. Но сейчас уже не та эра немножко, да. Ну, в общем, да, поймешь, да. Сейчас уже ты так не возьмешь. Сейчас твою невесту могут купить просто. Потому что у нас уже. А сейчас невесты самостоятельные, сейчас, да, понятно. Да, понятно. Они женоподобные. О, такой мужчина! Таких. Понимаешь, короче, да. А потом всю жизнь я с этим хренососом, как говорится, да. Ну, что ты делаешь, овечка? Я говорю, да,
здесь один только признак. Кто тебя берет, вот за тобой какой-нибудь студентишка бегает. Вот смотри, я вот кто-нибудь там Стас Михайлов, он такой большой, красивый, умный, я его жду, когда он такой придет, я вот буду сидеть ждать всю жизнь. И рядом с тобой такой студент, какой-нибудь там, или не знаю, недоумок какой-то, слесарь, еще какой-нибудь. Ну неважно кто! Сантехник, дворник, водитель, неважно кто! Он тебе подходит, больше ты никому не нужна, потому что он один там, единственный, даже конкурентов нет, понимаешь? Он такой, ну что, да, понимает. То есть, ну ты нет, естественно, будешь ждать. Понимаю, да. Ну, как бы, да, понимаю, трудно ждать. Я просто, да, поняла тебя просто, да. Да, я тебе просто объясняю, что как бы, не так мир, жизнь не такая, да. Хотя, да, то есть, и это нормально. Намного нормальнее, чем то, что ты думаешь. Что так жизнь, как тебе кажется, нельзя жить, как бы, да. Ты ее против себя, потому что живешь, да. Ну, наверное, да. Как бы, да, да, ну это он тоже самое, наоборот. Вот как бы вот то, что святость, говорят, да, святость тебе птички принесут, за тебя все решат, все тебе сделают, все будет к добру. Да, как бы Бог все повинет вот так, то есть это все про женщин. Только не Бог, а вот просто вот так вот. Они, да, да, просто сама по себе. Жизнь просто сама там будет, да, намного лучше, чем, да, то есть как бы все запрещены вообще все действия, все полностью им запрещено. Да, понимаю, это, да. И они прекрасно это чувствуют и осознают. Ну, даже вот не знаю, как это объяснить. Чувствуем так, это чувствуем. Ну, даже пусть так, даже, да, хотя бы до начала. Короче говоря, вот я тебе про это говорю. То есть, как бы, этим вот этим вообще нельзя заниматься, это вообще не дела. И такой вот, как бы, ну, как бы лакмусовая бумажка. Чем больше тебя, вот, ну, типа, да, как бы... Ну, как, я просто объясняю, чем больше у тебя ашаитство, вот кришнаитство, всякой нежити, монашества, всякого вот этого вот, да, святости, вот это, если ты мужчина. Ну, в принципе, у женщин, наверное, то же самое, потому что это, ну, это не для людей вообще предназначено, собственно. Да. Не вот мир из него, да, а какой... Они так утешаются. Что там, и чем они утешаются, какие колдовские обряды, никаким колдовством никто тебе не скажет никогда. Каким богоборчеством они занимаются, там, да. То есть, да, то есть, насколько, да, как, насколько они иуды, ну ты присмотрись чуть-чуть просто, как религиозным людям обычно, да. Есть, да, вот я просто понял. Значит, ты просто, значит, ты меня вообще не понимаешь, знаете. Ну, не то, что присмотрись, просто, кто такие А, с ними можно бабки делать, типа, да, что они как бы надежные партнеры. Ну, ты даешь. Ну в том смысле, что они как бы, да. Что они халяльные, типа, да. Ну, как бы, типа, тоже люди, да. Да, с ними сочтемся. Столько времени сейчас потерял, что я хотел сказать-то, что да, что мы все, что люди все, ну что люди как биологические создания существа, да, ну какие еще создания, что за бред, в смысле от папы и мамы, ну создание там, да, ну он о себе так думает, да. Что люди как, ну просто живые существа, да, как популяция, если угодно, да, то есть как, ну да, как жизнь, которая в человеческом теле, вот. Ну, живет, ну, который, ну, вот, живые человеческие тела. Ну, вот как вот, не знаю, как вот еще сказать. Ну, да, нет, я тебе вашу хинею оставляю при себе, свою херню, да. Да, потому что, да, ну, он тебя понял уже, да. Это все, да, это ваши бредни просто. Мне где-то телепатически, я тебе еще раз сказал, мало тебе не пока, просто, да, если этого нету, тогда приходи к психиатру и вот и рассказывай, что ты там видишь, да, как или как будто бы видишь, да, то есть, да, я тебе еще раз говорю, что, да, аутопсия, да, ну, разные есть варианты, может это подсознание твои образы с тобой разговаривают, или да, твои общие знания прошлое, да.
Чё за ахинея? Общие знания прошлого твоего! Хорошо, кто ты был в прошлой жизни? Приди к психиатру, расскажи. Понимает она, просто ненормальные, блин, идиоты. Просто. Насколько они ненавидят себя, понимаешь, да. То есть, это, ну да, да, ненавидят. Мордор через него никто не пройдет, потому что ты точно, ты даже пытаться не будешь.